Значит, вы живете в 12 веке, знакомы с Гамлетом и соседствуете с Макбетами. Принца убили в прошлую пятницу, а Макбеты никого не принимают. У них какие-то неприятности. Ну, то ли еще будет. Вы занимаетесь предвидением? Нет, просто все это я проходил в школе. А драконографию? Драконографию? Нет, а что это такое? Слабенький меч. Такой игрушкой дракона не сразить. Неужели вы сражались с драконом? Сражаться с драконами – это забава для рыцарей. Но при случае я бы тоже не растерялась. Хиленький меч. Это спортивная рапира. А что вы имели в виду насчет драконографии? Вы хотите, чтобы я сразился с драконом? У нас в 12 веке это в порядке вещей. Если, конечно, рыцарь... Я... Вас все-таки надо накормить. Прошу. Это кухня. Ой, какая красивая кухня. А у нас в Пирадоре такая огромная печь и такие закопченные котлы. Я даже не знаю, чем вас угостить. Фирма Тейлор разорила всех мелких фермеров. И теперь мы сидим на одних таблетках. Дайте руку. Как это? Дайте руку. Сейчас узнаете. Глотайте. А что это было? Это была курица с зеленым горошком. Целая? Целая. Да, у нас курицы бегают по двору, а зеленый горошек растет на нижних мхах. А вот шампанское я могу вам предложить настоящее. У вас в Пирадоре есть шампанское? Ничего у нас в Пирадоре нет. Ни электричества, ни электронных часов, ни телевизора. Не огорчайтесь. Достаточно того, что в Пирадоре есть такая замечательная девушка, как вы. И драконы. А вы их видели? Да? Это ваш придворный музыкант? Да. Это мой домашний музыкант. Его зовут Магнитофон. Давайте выпьем за то, чтобы... встретиться на звездном мосту. Это Млечный Путь. Он не имеет ни начала, ни конца. Ну как? У меня закружилась голова. У меня тоже. Но это пройдет. Ваше Высочество, вы должны восхитительно танцевать. Но вы ведь, наверное, не танцуете рыцарские танцы. У них столько фигур, что их не разучишь и за год. Как же мы будем танцевать? А я научу вас. Не такому сложному, но замечательному танцу. А этот танец сочетается с королевской честью? Вполне.
Что происходит? Ты же знаешь, сегодня вечером идет в эфир чулок для прекрасной дамы, а ты до сих пор не принес эскиз. Мистер Димок и мистер Джарвис засели средь бела дня в вороном коне и пьют, как извозчики. Может быть, сегодня действительно 31 июня? Кто это? Это... Привидение? Что это такое? Это Пристли. Он написал замечательную историю об одной принцессе, которая... Которая что? О, Господи. Знаете что? Давайте пойдем в вороного коня. Там есть кое-что посъедобнее. Таблеток. Например, мороженое. Вы любите мороженое? Да, очень. С вареньем. И, пожалуйста, не беспокойтесь насчет королевской чести. Вороной конь входит в осмотр достопримечательностей города. Я готова. Не забудьте захватить музыканта. А я его дарю вам. Простите, мисс, я немного пьян. Мы все здесь немного выпили по случаю 31 июня. Сэм, ты абсолютно прав. Сегодня действительно 31 июня. Даже Джарвис уверовал в это. Ну, какое сегодня число, Джарвис? Не рядовая. А? Доктор Джарвис, ну так какое сегодня число? 31 июня. Да! Сегодня действительно лунный день. 31 июня. Лунный день? Ах, еще и лунный. Совершенно точно, мисс! Я был сегодня в Генуе. Там светила луна. Именно при лунном свете они всучили мне 50 ящиков яичного порошка. Я с ума схожу, как мне теперь выкрутиться? Банкет! Я покупаю у вас ящик вот этого с душком. Для любителей. Мисс, я вас где-то видел. Не знаю, как в трезвом виде, а в пьяном вы очень похожи на нашего венценосного отца, короля Мелиота. Работаете под принцессу? Вспомнил. Я вас видел с чулком для прекрасной дамы. Сэм, где ты отыскал такой изумительный экземпляр? Это не экземпляр, это принцесса из Пирадора. Я выпил, но я не пьян. Детка, с вашими глазками и очаровательной внешностью я бы посоветовал вам... Вы умеете танцевать и петь? Конечно. Меня учили этому искусству лучшие королевские музыканты. Отлично, детка. Только не пережимайте, не пережимайте. Сэм, по-моему, я нашел то, что безуспешно искал. По-моему, это то, что я безуспешно искал. И все-таки не забывайте, что это принцесса. Да-да-да-да. Убедительно, убедительно. Значит так, фирму Тейлор рекламирует Боб Тейлор, а нашу фирму
будете рекламировать вы. Как ваше имя? Мелисента. Принцесса Мелисента. Извините, ваше высочество. Принцесса Мелисента. Принцесса Мелисента. А теперь идите на эстраду и покажите нам, что вы умеете. Но у нас в 12 веке не принято. Дорогая, я не знаю, что у вас принято в 12 веке, но у нас в 21 веке не принято откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Если будет все в порядке, то мы вас вечером выпустим в эфир. Хорошо, сэр. Я спою о моей стране, о Перадоре. Прекрасно, детка, выдержать как настоящая принцесса. Сколько раз вам можно говорить, что это не детка, а настоящая принцесса? Ну, хорошо, хорошо. Детка, ваше высочество, вы так великолепно рекламировали этот Перадор, что мне самому захотелось побывать в нем.
Бывают же счастливые женщины. Развлекаются, путешествуют. Париж, Мармантр, остров Маврикий, Зарзибан. Этот, как его, Перадор. Обязательно в вечернем платье, синим. Для любителей. Принцесса, вам пора. Вы хотите уйти? Теперь я исчезну. Это вам на память. Сожмите крепче. Я ведь предупреждал вас, принцесса, что вы не делали глупостей. Вы будете раскаиваться всю жизнь. Не бойтесь, я удержу вас. Я никому не отдам ее. Верните Мелисенту, магистр. Нет. Вот. Она оставила залог своей любви. Подарите мне ее. Вас интересует Мелисента, а меня эта брошь. Подарите мне ее. Нет. Тогда разрешите откланяться. Доктор Джарвис! Куини! Планкет! Сэм Пенти, вы не являетесь в бюро. Дома вас нет, поэтому я вынуждена была прийти сюда. Разрешите поинтересоваться, как долго вы намереваетесь торчать в этом кабаке? Кто будет выполнять за вас ваши прямые обязанности? Где Димок? Он испарился. А доктор Джарвис? Тоже. Понятно. Ну, если они испарились, я вынуждена закрыть бюро, а компания будет платить огромную неустойку за срыв сегодняшней вечерней передачи. Пусть платят. Но нас тогда уволят. Пусть увольняют. Что с тобой? Послушай, Энн, я полюбил. Вот как? Впервые в жизни и на всю жизнь. Я никогда не был так счастлив. Но между нами есть одно препятствие. Она, видишь ли, из Перадора. Перадор? Из провинции, что ли? В некотором роде. Историческая провинция. Короче говоря, я готов сразиться с драконом, топать по звездному мосту, который в просторечии называется Млечный Путь. С каким драконом? Какой Млечный Путь? Нет, я схожу с ума. Что это за вид? Я иду завоевывать ваше сердце. Каким образом? Я ищу встречи с драконом. Ну, Лемисон, кто же в наше время толкует о драконах? О сердце, о любви? Я умоляю вас, прекрасный Нинет, только об одном поцелуе. И тогда мне не страшна вечность. Надо жить сегодняшним днем. Это ужасно. И все-таки я люблю вас. Не бойся встать на самый край. Иди на риск, судьбу играй. Золотой короне мчитесь вон.
часа пополудни. Принцесса должна быть здесь за столом и блюсти королевскую честь. Где Мелисента? В шестом измерении. Магистр Джарвис утверждает, что наука отрицает шестое измерение. Наука отрицает, а ее высочество там гуляет, я бы и сам гульнул. Темнота. Нет шестого измерения. Это даже драконов нет, а шестое измерение есть. Убирайся вон, невежда. Положи фрукты. Пришли сюда Лемисона, пусть объяснит свое поведение. При всех. Порой любовь, как ночь темна, и адской мукою она стать может вместо рая. Стать может вместо рая. Бывает так, что в черный час лишь для того, чтобы мучить нас, она нас выбирает. И любовь нас выбирает. И любовь нас выбирает. Хочешь сам любовь, выбирай свою. Я победив вокруг, знаю, взял бы вновь ту же самую. Порой любовь, обидный смех над тем, кто предан больше всех, кто душу ей веряет, кто душу ей веряет. Стать проклятием и тоской, она нас выбирает. Любовь нас выбирает. Любовь нас выбирает. Но если скажут сам любовь, выбирай свою. Я победив вокруг, знаю, взял бы вновь ту же самую. Но если скажут вдруг, хочешь сам любовь, я поглядел вокруг, знаю, взял бы вновь ту же самую. Я поглядел вокруг, знаю, взял бы вновь ту же самую. Oh,
Так, это что? Это подарок жениха будущему тестю. Часы. Какого жениха? Какому тестю? А это что? Это подарок жениха невесте. Опять этот несуществующий жених. Мне надоели все эти выдумки, фантазии. Видение. Привидение. Лемисон, все точно романтично. Но если вы погибнете, кто нас будет развлекать? Да. Вы лучше подумайте, как нам спеть что-нибудь соответствующее королевской чести. Правильно. А вам, ваше высочество, я запрещаю этого жениха на веки веков. Правильно, ваше величество. Забудьте о нем навсегда. Лемисон, познакомьтесь. Это наш новый придворный музыкант. Его зовут сэр Магнитофон. Скажи, зачем же тогда мы любим?
ждем, как чудо одной. Единственной ждем, как чудо. Хотя должна, она должна гореть без следа. Скажи, мы сможем узнать, откуда опять. Мы сможем узнать, откуда, что ты моя, а я твоя. Прощайте, сэр Магнитофон. Признаю ваше превосходство и удаляюсь. Лемисон, куда вы? Больше я здесь не нужен. Леди Нинет отвергла меня, двор надо мной смеется, а у вас есть более талантливый музыкант. Попросите его исполнить что-нибудь на прощание. У него есть прекрасная вещь. Мы слушали ее с Сэмом в автомобиле. Грумит, включи. Сэм сказал тогда, что эта музыка напоминает ему за безмятежным летом. Осень приходит следом, а рядом со счастьем всегда ходит беда. Шалтай-болтай сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Ваше высочество, не горюйте. Старый Марлограм недаром окончил школу великого Меллина с золотой медалью. Я вычислил шестое измерение
и немедленно отправлю вас туда. Хотите? Вы готовы? Готова. А можно я буду там в парадном платье? Конечно, ваше высочество. Все можно. Пожалуй, я подарю это Сэму. Его рапира не внушает мне никакого доверия. Вы готовы? Да. Благородная Нинет, я вам предлагаю маленький заговор. А большой нельзя? Маленький с большими последствиями. Что надо делать? Я готова на все. Этот старый мошенник Марлограм, мой дядя, отправил Мелисенту к Сэму. А я сделаю наоборот. Я вызову Сэма сюда. Годится. Вы должны будете очаровать Сэма и добиться, чтобы он подарил вам брошь Мерлина. Эту брошь вы подарите мне. И считайте, что королевская корона у вас на голове. Благородная Нинет, я вижу вас насквозь. Вы хотите завладеть брошью Мерлина и стать королевой без моей помощи? Не выйдет, неэтично и самонадеянно. Я готова служить вам. А это кто? Видение? Нет, ваше величество, привидение. Ай-яй-яй-яй. Опять где-то снесли замок, а они остались без крова. Объяви. Ваше величество, нам своих кормить нечем. Объяви. Его величество король Перадора Мелиот, высокий повелитель Бермагора, Моралора и Парлота, властелин Линсингтона, Нижний Мхов и трех мостов. И трех мостов. Ну чего вы испугались? Интеллигентный человек, при часах. Я действительно на него смахиваю. Молчите, Димок. Нашли на кого смахивать? Да. Куини, выручайте. О, повелитель трех мостов. Выпейте со мной. Благодарю вас, благородная леди. Куини. Волшебное имя. Волшебное вино. Мы бы с удовольствием приударили за вами. Жаль, что вы привидение. Кто привидение? Это я привидение? Я честная женщина и порядочная вдова. Даже дважды вдова. Тоже мне король выискался с того света. Это я с того света? Да. Я живу на этом свете, а вы, прекрасная леди, явились, Перадор, с того света. Это вы с того света, а я с этого света. А я с какого света? Не знаю. Ваше величество, давайте не будем наводить тень на лунный день. У меня к вам есть деловое предложение. Как вы отнесетесь к тому, чтобы приобрести у меня яичный порошок с душком? Для любителей. 50 ящиков. 49, один покупае. Ваше величество, потанцуем.
Благодарю за представление, но вы безнадежно отстали. Сейчас в моде панк-рок. А что это такое? Ну, это было модно в 70-е годы прошлого столетия. Где Мелисента? Вам следует забыть о принцессе. Вы разминулись в веках. Тогда я должен непременно вернуться обратно. Но это, кажется, не в ваших силах. В таком случае я подожду ее здесь. Она никогда не вернется. Бедняжка затерялась во времени. Вам лучше подумать о себе. В чужом веке, без средств к существованию, без королевских связей, но при желании все можно приобрести. Моя жизнь без Мелисенты ничего не стоит. А я? Я не могу заменить Мелисенту. Посмотрите на меня внимательно. Я нравлюсь всем рыцарям. Видите ли, мне никогда не нравилось то, что нравится всем рыцарям. В Перадоре шутить не любят. Извините. Я охотно приму ваши извинения вместе с этой брошью. Но это невозможно. А если я очень попрошу? А вы, пожалуйста, не просите. Стража! Рыцаря! В темницу! Куда вы? В темницу. Слушайте, рыцарь, если вы надумаете сделать мне подарок, то делайте это поскорее. Что же теперь будет? Ничего. До полуночи у нас еще есть время. Говорите, вас слушает принцесса Перадора. О, Господи! Говорите, вас слушает принцесса Мелисента. Извините, ваше высочество, я звоню в мастерскую художника Сэма Пенти, но почему-то попадаю к вам. Ты и есть мастерская Сэма? Ха, теперь я и сам вижу. А ну-ка, детка, живо, зовите Сэма. Где вы его спрятали, а? Не смейте со мной так разговаривать, иначе я проткну вас насквозь, несчастные. О, Господи, вы что, действительно принцесса? Вообще-то от Сэма это можно было ожидать. А вы кто? Я, ваше высочество, художник, Фил. Друг Сэма, его надо спасать. Если он сейчас не появится на телевидении с чулком... Извините, ваше высочество, для прекрасной дамы его ждут большие неприятности. Где ваше телевидение? Мистер Димок утвердил меня и сказал, что я должна победить какого-то Боба Тейлора. А, тогда все в порядке. Вы сейчас спускайтесь вниз. А это вам зачем? Для Боба Тейлора. Вот. Все понятно. Хватит пиво тут. На, держи. Я все понял. Ее высочество, принцесса Перадора. Ага, детка выдает себя за принцессу, понятно. Переоденьте. Боб, твоя реклама кефира пойдет чуть-чуть попозже. Подожди. Так, стоп. Детка, вот эта деталь совершенно лишняя. Еще раз скажете, детка, и я проткну вас насквозь. Да. Очень эмоционально и убедительно. Ну, идемте посмотрим на вашу принцессу. Она на самом деле принцесса. Mm-hmm. И вообще вы с ней полегче. Понятно, она из Перадора, там шутить не любит. Девочки по местам. Ну, что у вас тут? Готовы? Операторы готовы? Готовы. Дайте свет. Приготовились. Он пришел. Это добрый день. Я, только двое нас. Он пришел, самый добрый час. Он пришел, самый добрый день. И за
сейчас грустить, что придет еще сентябрь и пора дожить. Уйдет этот добрый день, пусть уйдет этот светлый час навсегда на земле теперь. Только ты, только я, только двое нас. Пусть опять плакать дождь, и опять будет падать снег. Все равно в мире двое нас, и любви у нас теперь не отнять вовек. Так было в мире всегда. Принцесса, что? Сэм в опасности. Умерли, великий Мерлин, помоги нам, умерли. Не мешкайте, ваше высочество. Мой ужасный племянник вызвал Сэма в Пирадор, и сейчас ваш рыцарь находится в темнице. Принцесса, до полуночи осталось совсем немного. Я буду всю жизнь рисовать только тебя.
Ваше Высочество. Идем скорее, у нас осталось мало времени до полуночи. А что это означает? Еще не знаю, но Марлограмм не будет предупреждать зря. Вперед. Вперед. Леди Куини, я объявляю вас королевой Пирадора. Цыганка нагадала. Ваше Величество, я из вас вышибу дух, если вы не отвяжетесь от Куини. Леди Куини будет королевой Пирадора, а вас, рыцарь Планкет, я отдам на сиденье драконам. А я предложу ему вместо себя полсотни ящиков с яичным порошком. А дракон не дурак. Он прекратите. С яичным порошком. Лидер будет королевой Пирадора. Остановитесь! Вы убьете друг друга, я снова останусь на бабах. Магистр, мы вами недовольны. После того, как вы получили наше покровительство, в замке творится бог знает что. Где принцесса? Она здесь, Ваше Величество. Ваше Высочество, подойдите ко мне. Что это за вид? Что это за разрез? Ваше Величество, разрешите представить вам моего избранника, благородного Сэма Пенти. Значит, вы существуете. А как вас называют на рыцарских турнирах? Белый рыцарь. Да-да, действительно. Вы были на портрете во всем белом. Вот ваш меч вызвал у меня сомнения. Вы не боитесь с ним ходить на драконов? Не боится. Принцесса, вам надо обвенчаться с Сэмом до полуночи. Ваше Величество, прибыл благородный сэр Майкл, властелин синих гор и зеленых низин. На рыцарских турнирах он известен как Красный Рыцарь. Я уже избрала жениха. Да, но принцесса не проверяла своего избранника на боеспособность. Пусть это сделает Красный Рыцарь. Тот, кто победит и получит принцессу. Благородная мысль. Объявляю королевское повеление. Ваше Величество, но я уже избрала жениха. Это ничего не значит. Защищайтесь. Величество. Вы говорили о честном поединке, а здесь творятся бесчестные дела. Белому рыцарю помогает Мерлин. Пусть он отдаст брошь Мерлина, и тогда мы увидим, на что он способен. Сэм, не подведи. День кончается. До полуночи остался один миг. Сейчас вы все исчезнете. Уже полночь. Пора закрываться.
теперь я не исчезну. Знаешь, Мэрилину можно попросить только один раз в жизни. Я попросила провести меня по Звездному мосту. Ваше Высочество, прощайте. Нам пора. Куда вы? Не уходите. Это невозможно. Великий Мерлин приказал нам вернуться. И с нашим исчезновением вы забудете все. И больше никогда в жизни никто из вас не вспомнит Перадор. И 31 июня, лунный день. Мне кажется, я уже где-то видела эту корону. Какую корону? Не то на телевидении, не то в кино. А, да, я видела ее сегодня во сне. Мне кажется, я тоже видел ее во сне. Перед вами изображение дракона. Они обитали здесь в 12 веке и представляли довольно серьезную угрозу для жителей этого замка, который назывался Перадор. Перадор? Это что, 12 век? Начало Инквизиции. Мрачноватая история. Нет, не скажите. Когда-то здесь жарко пылал камин, горели смоляные факелы, играла музыка и раздавался смех. А это кто? А это музейная экспозиция обитателей замка. Король Перадора Мелиот, королева Перадора первая леди Нинет, магистр Джарви. Придворный маг Марлограм, придворный музыкант Лемисон, все они давно умерли, умерли не своей смертью, и сейчас это просто музейный экспонат. А здесь кто стоит? А это тоже место для музейного экспоната. А этот магнитофон, он тоже музейный экспонат? Да, это тоже музейный экспонат. Он связан с принцессой Мелисентой. Она исчезла из 12 века, а этот предмет остался в 12 веке. По-моему, гораздо легче предположить, что эту вещь забыл кто-нибудь из посетителей. Может быть, это вы забыли? Возьмите. Я не уверена, что это я. Не уверена? Пойдем отсюда. Здесь смотреть больше нечего? Нет. Это маленький музей. И работает он всего раз в году. 31 июня. В лунный день. Да, простите, как вы сказали, зовут эту принцессу? Мелисента. Мою жену тоже зовут Мелисента.